Сегодня 17 ноября 2020 года. Температура опускается уже до минус 6. На улице очень холодно, холодный ветер. А вот дольщики третьего корпуса Вишневой, которые честно заплатили свои деньги 17 лет назад, ждут свои квартиры до сих пор. И власть решения, именно то решение, которое приведет к удовлетворению или восстановлению прав обманутых дольщиков, до сих пор не приняла. 17 лет мало. 18-й год люди ждут. У них появились дети, у них выросли дети, уже дети имеют свои семьи, появились внуки. Но ни детям, ни внукам, ни нашим кредиторам, которые уже стали пенсионерами, к сожалению, жить негде. Они ходят по съемным углам, из квартиры в квартиру, из года в год. А власть ведет с нами переговоры бесконечные. Какие-то решения, какие-то постановления. Но права дольщиков не восстановлены до сих пор.